Пусть не изменить цены на топливо, но решить не менее важную транспортную проблему удалось в Иркутске после сюжета в нашей программе. Жителям сразу двух районов города вернули автобус. О проблеме мы рассказывали в прошлую пятницу. В Правобережном округе перестал ходить пассажирский автобус. Сотням жителей, в том числе и детям, приходилось идти больше 2 километров до ближайшей трамвайной остановки. Сегодня в городской администрации нам сообщили, что маршрутки не ходили из-за технических проблем. После того, как случай получил огласку, перевозчик заставил водителей в кратчайшие сроки отремонтировать машины, и в итоге на линию вышло 2 микроавтобуса. Удалось решить еще одну, на этот раз коммунальную проблему. Из-за аварии на канализационной станции жители нескольких иркутских домов были вынуждены круглосуточно дышать зловонными испарениями. Однако уже через 2 дня после выхода нашего материала на месте появилась ремонтная бригада, и источник бедствия был локализован.